Вот уже несколько лет поисковый отряд «Виктория» отправляется в разные регионы России для поиска погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. Среди поднятых солдат не только наши земляки. В этом году отряд отправляется в Крым на вахту памяти «Крымфронт-2020». Цель и задача нашего клуба – это патриотическое воспитание детей и молодежи, увековечение памяти воинов оренбуржцев, погибших, пропавших без года Великой Отечественной войны. За прошлый год было найдено 28 останков наших бойцов. Один был полностью опознан. Фамилия, имя, отчество, нашли родственников. Это самое высокое достижение, когда именно на полях сражений находится боец и восстанавливается его имя, фамилия. В этом году поисковикам передали номерную медаль из частной коллекции с просьбой отыскать хозяина. При содействии военкомата Оренбурга и Смоленской области был сделан запрос в Центральный архив Министерства обороны. Пришел ответ на наш запрос. И медаль принадлежит Гольнову Константину Акимовичу. Мы разыскали его родственников, в том числе его внучка, который сегодня приехал в Оренбург. Неожиданность, конечно, обрадовалась, говорю, как это так, говорю, столько времени, говорю, прошло. Обрадовалась, давай узнавать, спрашивать внукам моим. Пускай знают, что какой дед у них был, воевал. Также в этом году члены отряда заложат капсулу времени с посланиями общественных организаций будущим поисковикам. Она выглядит как точная копия солдатского медальона времен Великой Отечественной войны. Напомним, на ЮТВ выходил фильм про оренбургских поисковиков на Керченском полуострове. Наши корреспонденты поучаствовали не только в полевых, но и в пещерных и подводных раскопках. Фильм «Керчь. История последних моментов» можно посмотреть на нашем YouTube-канале ЮТВ Орен. Сабир Едгоров, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.